Программа выступлений молодых артистов, участников первого международного фестиваля «Танцевальная радуга» во все дни была по-настоящему насыщенной. Большой гала-концерт в театре драмы собрал истинных ценителей искусства. Свободных мест в зале практически не наблюдалось. Торжественно открыл мероприятие депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонид Брич. Фестиваль у нас проводится впервые. Но я надеюсь, что его инициаторы, в первую очередь, Брестская городская детская хореографическая школа и Брестский горисполком, что для нас он станет традиционным, этот праздник. Каждое выступление артистов публика встречала с особой долей восторга. Настолько яркие и интересные были представлены номера. Во многом благодаря тому, что все они рассказывали о самобытных, уникальных культурах. Школы хореографического искусства Польши, Молдовы, Украины, России, Беларуси имеют много общего, но при этом всегда подчеркивают свою национальную изюминку. У кого-то это виртуозные па, у кого-то изобилие трюков и акробатических фишек, у кого-то особая мелодичность и музыкальность. Жить без музыки и танца значит не жить вовсе, уверены участники первого международного хореографического фестиваля, для которых каждая встреча с публикой запечатлена в памяти особыми эмоциями. Брестский форум искусства положил начало новой традиции, которая подарит нашему городу еще один почетный статус – статус танцевальной столицы. Нам очень понравился прием. Вчера мы были на экскурсии, город у вас невероятно красивый. Очень понравилось, что у вас, вы поддерживаете традиции, особенно, что возобновили традицию поджигать фонари. Ну, очень понравился. Нам каждый фестиваль, ну, нам, нашему коллективу в каждом фестивале очень важно участвовать, неважно какое это. Мы участвуем у нас в Киеве, даже если в какой-то, ну, вообще маленький городок, нам любой зритель интересный, и везде интересно участвовать. Нам, как руководителям, полезно, вот мы смотрим на других ребят, других коллективов, и видим, как работают другие коллективы и отношение к танцу, к этому, к творческому, хореографии. Также ребята смотрим. Вот. И нам даже очень понравилось, что это не конкурс, а именно праздник-фестиваль. Как-то все более добродушно. Первый международный хореографический фестиваль «Праздник танцевальная радуга» останется в памяти горожан как настоящее шоу. Настолько разнообразным был представляемый репертуар. У брещан была возможность открыть для себя культуры разных стран, познакомиться с ними поближе и узнать, что же особенного хранит в себе каждая из них. Организаторы напоследок не говорят «прощайте», а произносят «до новых встреч на гостеприимной Брестской земле».